Бомбардия. Бамба, мегабамба. Что же это за уникальный продукт? Попытаемся узнать у Дарьи. Даша, что такое мегабамба? Расскажи мне и нашим друзьям. Мегабамба – это распродажа туров от сети агентств горящих путевок. Исходя из того, что сейчас осень, это будет осеннее. Ну, распродажа туров – это как бы ни о чем не говорит. А какая-то специальная акция, что она себе включает? Есть ли какие-то специальные условия либо правила? Да, действительно, это акция, и условия есть всегда. В этом году осенняя мегабамба у нас идет под девизом «Чистый паспорт». То есть те туристы, у которых абсолютно чистый паспорт без одной какой-либо отметочки, то есть вот такие все странички, имеют право купить туры акционные по спецусловиям. Имеется в виду, что стоимость будет ниже, чем на рынке страны вообще. Совершенно верно. А если у меня не чистый паспорт, если я уже когда-то выезжал однажды, либо дважды, либо трижды, и у меня есть какие-то отметочки, тогда я имею право участвовать в акции или нет? Смотрите, если вы турист, у которого в паспорте есть вот такие отметки, это визы, да, какие-то отметки о пересечении границы, вы имеете право купить туры, это будут просто акционные туры, но без спецусловий. Дополнительно, что еще, какие условия в этой акции? Могу ли я ехать с ребенком, могу ли я ехать один или втроем с друзьями? Вопрос понятен. Действительно, все спецусловия имеют четкие рамки. То есть туристы должны быть старше 18 лет, они должны быть жителями Украины и гражданами Украины, то есть это обязательно. И тур можно купить только на двоих. Только на двоих взрослых получается. А есть ли шансы у пары, у которой один из паспортов чистый, участвовать в акции, получить суперцены по спецусловиям? Да, в акции участвует хотя бы один чистый паспорт. То есть если пришел муж и жена уже на чистый паспорт, у мужа нет, то вот жена является счастливым билетом. Отлично. Со своим чистым паспортом. Какие же направления будут предлагаться в данной акции? Скоро зима, естественно, будут направления, которые популярны в зимний период. Это Египет, это Эмираты, это Гоа, Шри-Ланка. Полностью вся автобусная Европа, это круизы и, естественно, горнолыжные туры. Когда можно обратиться будет в агентство сети агентств горящих путевок, чтобы приобрести акционные туры? Ну, в этом году действительно сроки очень интересны. На нашем сайте есть вся информация. Начало 22 ноября, и это суббота в час дня. Конец в 13:00, то есть тот же час дня 28 числа. То есть это с часу дня 22 по час дня 28 означает, что 24 часа в сутки в течение 6 суток будут проходить продажи акций. Можно их купить даже в час ночи. Прямо. Совершенно верно. То есть в любое время акция круглосуточная и специально затронуты суббота-воскресенье для тех туристов, которые не могут в будние дни прийти в агентство. Как же найти агентов, которые будут участвовать в этой акции, у которых можно будет приобрести? Ну, найти нас очень просто. На сайте hotur.com есть раздел «Где купить». Вы выбираете этот раздел, переходите в список городов и практически в каждом городе есть наше агентство. То есть есть телефоны и email. Звоните, спрашивайте, и вам с удовольствием продадут все туры. Спасибо большое, Дарья. Готовьте свои чистые паспорта. 22 ноября начало акции. Ждем вас в сети агентств горящих путевок.